Здесь представлены работы мастеров из социальных центров области. Дерево из бисера привезли из Красного Яра. Картину из ленточек сделали в Володарском районе. А это пасхальное яйцо – дело рук икрянинского мастера. Это пасхальное яйцо. Как бы форма пасхального яйца, но все это из макаронных изделий. Они склеиваются горячим пистолетом, потом это покрасили. И вот сюда. Это вот мы делали из ниток. Девочки из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей улитка, для украшения яиц выбрали исключительно стразы и цветы. Они провели мастер-класс для всех желающих. Руку набили, когда готовились к празднику. Они у нас все яркие, и еще стразы такие яркие. Все это будет очень красиво. Они очень интересны, все эти цвета переливаются, так смешивать, знаете, следить за ними, покрасить, не покрасить. Все это пачкается, конечно, все это так интересно. Фестиваль «Пасхальный перезвон» проходит в нашем регионе впервые. В нем принимают участие воспитанники детских социальных учреждений, представители школы третьего возраста. На празднике творчества собрались около 300 человек. Программа фестиваля насыщенная. Праздник проходил на двух площадках. На улице игры, забавы, гуляния. А в зале конкурс «Губернский кулич». В жюри глава региона Александр Жилкин и министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин. Они дегустируют выпечку. Выбрать победителя непросто. Скажите, пожалуйста, как выпечка? Классные. Наемся сейчас. Но я всем ставлю хорошо, 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 потому что уникальный такой вкус. Каждый хозяйка по-своему, конечно, делает, даже если один и тот же рецепт, но все кулечи замечательные. Трудно сделать оценку, оценить, кому-то дать приоритет. Потому что молодцы, что и дети, и взрослые, да, подготовили просто к празднику, подготовились очень добросовестно. Как бы ни было сложно, победители все же определили. Ими стали кулинары Володарского комплексного центра социального обслуживания населения. Повара учреждения испекли кулич, точную копию храма, что в поселке Ильинка. И это тот случай, когда становится произведением искусства не кулинарного. Можно только любоваться. Удивляет, конечно, то, что очень много талантливых людей, очень много красивых изделий, и все это, конечно, сделано своими руками. Скорее всего, души, потому что вложено, наверное, все-таки во все эти работы, наверное, душа мастера каждого. Пасха – время подарков. Глава района отметил семью Хлухи из Приволжского района, в которой воспитывают 6 детей. Поздравлять многодетные семьи в рамках фестиваля будут каждый год, когда пасхальный перезвон будет звучать в регионе. А вот Наурумбаева, Руслан Асанов, Центр новостей.